Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил, и это мое прохождение, продолжение, что такое, игры Dead Island. Так, это же, наверное, уже будет по счету какая там серия, даже не помню, третья что ли? Наверное, вчера, помню, записывал одну серию, сегодня уже две записаны еще. И мы продолжаем. Тем самым будем выполнять сейчас квест. Какой там у нас квест по счету уже идет? Уровень 10. Так, а вот, ищи грабь. 1800 опыта зачем получаем, тем самым. Это интересно, там. Хватит нам столько. А, нет, мне надо 2000 опыта, чтобы... Точнее, как раз, возможно, 1800 и нужно. Даже меньше. Как раз задание сейчас выполним задание и получим новый уровень. Это точно. Это будет хорошо. Так, задание. Проверьте бензоколонки и достаньте там 2 пакета сока. Ну, я так помню задание, так что так. Вот эти, конечно, да, тоже было, стоило бы выполнить. Но сначала, думаю, этим займусь, потом уже отправимся остальными. Поехали! Предыдущие ряды мы искали какие-то припасы, всякие там консервы. Здание было достаточно тягомотное, то есть надо было там искать их. Не указано было, где они находятся. Приходилось на обум все искать. Повезет или не повезет, как говорится. Но я, слава богу, знал, где они находятся, так что нашел более-менее быстро. Быстрее, чем прошлую серию, позапрошлую, которая там 40 минут, целый час еще не делился она. Так, мы сейчас быстренько всем разберемся. При этом встретим еще парочку дополнительных квестов. Посмотрим, очень сильно интересно. Вот там главное не... А, да. Так, бегут, бегут, бегут неуклюже. Пешеходы по лужам. А вода по спинке рекой. Что там? Когда? Пока там. О, блин, поперлись. Надо ехать по другую сторону. Так, тяжеловес. Тяжеловес. Я в тебя ехал, извини. Тяжеловес там не стал. О, не стал. Ну, давайте. Так, тяжеловес, тяжеловес, что с собой делать? О, батарейк уже все открыто, машина есть. Так, башку с плеч. Так, вот как раз все, я уже открыл, слава богу, так что... Не, здоровье устанавливать не буду себе. Так, фонарь включить, а то ни хрена не видно. Так, кто у нас же мертв? Зато деньги имеешь. И там у нас большущий тяжеловес, который бы надо чем-то обогреть. Хотя еще надо какие-то соком найти. А ну-ка, не вставай. Не вставай. Так, где-то есть пакеты соком-то. Так, с собой тяжеловеса можно не справляться, наверное. Так, о, отлично. Так, консервы, ух ты. И погоди-ка. Надо взять все это. А то, может быть, соберем кое-что. Так, машину, не знаю, ту использовать, что ли. Лучше другую. Хотя, что-то не знаю, как выйду вообще, интересно. Так, надо что-то делать. Нет. А, так, куда-то указывает другую сторону, это явно нам. Надо что-то за другим соком отправляться. Пакет. Ну да, здесь мы уже побывали. Потом еще появились какие-то новые замки, откуда, не знаю, из ниоткуда.
Ну, они пришли, откуда, не знаю. С другой стороны пришли. Так, извини-ка, я тебя задавлю. Прощай. Так. Слава богу, обход есть, хотя бы объезд. И нам как раз в ту сторону, которая, слава богу, надо было разворачиваться. Привет. Так, нам сюда, что ли? Извини, я тебя ничего не задавил. О, так, здрасте. Черт, мы стекло дорогущее разбили, засраться. Извини. Так, кажется, туда еду, что ли, правильно? Что-то не туда как будто еду. Я что, не то помечал? Эй, стой! Так. Ему нужна наша помощь! Кому, интересно? Пожалуйста, мама мой... Мы ехали к спасательной вышке, когда что-то выпрыгнуло прямо перед нашей машиной. Джон не справился с управлением, и мы врезались. Он все еще там, заперт в машине. Помоги ему выбраться, пожалуйста. Так, ну давай поможем. Авария, помогите мужу Лори выбраться из разбитой машины. Конечно. О, говно спасибо вопрос. Большое. Быстрее, вон там. Говно вопрос, сейчас поможем. Послушай, такое выражение где-то услышал. Так, ладно. Это как раз один из квестов из двух. Пойдите сюда! Давай, сейчас мы тебе поможем. Будьте осторожны. Все. Ну, пожалуйста, отлично. Поспешите. Как тебе поспешу, интересно. И сейчас зомбаки нас попрут. У меня глючит, игра начала. Отлично просто. Весело. Ой, блин, бегуны тебя скоростные. Полетел, дружок. Ты чего? Испугался, что ли? Какого хрена? О! Вы вас полнуете, Маша. Чего, обе готовы? А, шесть смотри. О, какая гадина. Меня башка летит. Меня башка летит. Пожалуйста, поспешите. Сейчас я могу, держись ты. Ой. Жесть какая-то начинается. Уже один смешной момент попался. Давай, вылезай. Сможешь вылезти? Ох, блин, это вообще непонятно, почему. У него было жизни хотя бы с опыта, а он сам что-то сам себя прикончил. Испугался, бедный. Слава богу, Джон, Джон, с тобой все будет в порядке. Ну что, все? Вот, возьми все, что тебе нужно. Прощайте. Так, все, ну я пошел туда. Так, а что там такое было? Ох, блин, а удерживать надо. А чё, у меня птичек нету? Блин, у меня птички стоят, но я что-то не могу взять. Ух ты, бомка. Что-то надо выкинуть. Вот он и кастет. Вот ключ точно выброшу. Берем бомку и на птичку уже не влезает. Тяжелую ржавую трубу выбрасываем, которая нафиг не нужна. И аптечка. Только аптечку, пожалуйста, не трогай сейчас. О. Всякую рукость выбросили. А это же что за дорога, интересно, куда нас ведет? Понятно еще. Ну, конечно, да, локация вообще огроменная, какие остров большущий. Особенно этот курорт, что просто... Ой. Мир просто великолепен. Работает хорошо. Надо говорить, это разработчики. Большой мир сделали, там еще задание встречаешь. Не наскучивать нисколько мне для меня. Да и бы с тем посол хорошим. Вот так, отлично. Это что же за маки все образовались? Так, извини. Переедем тебя, друг. Так, что-то еще есть. Какие-то проблемы возникли. Так, привет. Привет. А ну-ка, лежать. Все, отбросил копыта. На помощь! О, вот еще второй квест, который как раз я говорил. Так, глючит игра начала, не вовремя. Иди сюда! Oh!
Фу. Да, эту ногу отрезали вместе рукой. Точнее, двумя руками. Жесть. Ой, сколько. Сколько вытекло-то кровища. Блин, эта игра просто кровавая. Даже Фер не сравнится. Никакой другой хоррор там, не знаю. Это просто жесть. Вот офигеть просто. Так, чем помочь? Подойди поближе. Тачку я уже нашел, но там что-то не так с движком. Поэтому далеко я не уехал. Я понимал, что нужно где-то быстро спрятаться. И набрел на это место. Но тут заперто, а попасть внутрь сложнее, чем монашке в задницу. Ты не поищешь какой-то другой способ забраться внутрь? Наверняка мы найдем там тонны всякого полезного хлама. Да ладно, ты шутишь. Чувствую себя как дома. Помогите Харлону попасть в хижину. Очень легко, без боли и беды. Почему нет? Ай. Ладно, я подожду тут. Будьте осторожнее. Мало ли что там может быть. Как-то это все подозрительно. Да ладно. Ты прям экстрасенс вообще. Так, как мне тебя туда попасть, интересно? Да очень просто. Будем делать все как ниндзя. Мы ниндзя. Кунг-фу ниндзя. А, хотя панда там. Кунг-фу, они не ниндзя. Другие стили. Блин, давай лезь как ниндзя. Че, ты че куда? Куда кинул? Ты идиот что ли? Блин, ты мне попробуй оружие кинь только. Ох, ёпрста. Я потерял своё любимое оружие. Ты бы сэмби, дурак какой-то. Извини, конечно. Так, нафиг мне ты вашу тяжелую трубу? Тяжелую трубу? Такую тяжелую мобилу, что ли? Так, ладно. В общем, да. Взламывайся на дверь придется. Ох. Так, еще не попал. По низу-то. Так, ладно, тоже промахнулся. И... Ну, хотя пробили дверь. Ладно. У нас здесь есть. О, вот это что надо. Зря потерял, конечно, это своим оружие, да. Ладно, все модернизируем, прокачаем все что сможем. О, мачете, точно надо будет мачете потом мод найти, его полностью прокачать, мачете. Так, у меня мачете, интересно, есть? Да нет, ничего полезного. Во, мачете, хорошее оружие, очень. Если бы, конечно, сделать электрическое оружие, что-то вот в стиле, не знаю. Этого как там вот. Шокера или тех же вот световых мечей Звездных войн. Будет вообще жесть. Так, у нас здесь Громила, что ли? Из Нижнего Тагила. Громила, эй, Громила, из Нижнего Тагила, да? Извини, Громила, я тебя заметил. Ох, ты только меня не дубайся, пожалуйста. Да, черт, придется тебе с тобой возиться долго. Так, руку не тебя отрезали. Ага. Тренировки это все. Сейчас бы башкой еще ли будет нас мутузить. Так, ну ладно, да собака. А вот собака что-то. Видно, что вообще, видимо. Реш это. Спросонь не встал, наверное, бедный. Сил. Не проснулся, наверное, хорошо. Поспал, точнее. Так, факт, отлично. А факт у нас про что там? Смотреть бы надо. Какая-то новая информация. Так. ID-карты 4 здесь из 100 собрал. Зачем мне, честно, 100 карт этих собирать? Так, возбудителем Куру является прионы белки. А, прионы белки, имеющие ненормальный тип сворачиваемости. Именно прионы вызывают, например, коровье бешенство. Да, интересно. Тут уже 12-е. Чё-то где же? 9-е, 10-е, 11-е, интересно. Я их что, пропустил? Все, давай, заходи. Ладно, я подожду здесь. А чё ты подождешь здесь? Не бойся, заходи. Чувствуй себя как дома. Это же твой дом. Я уж боялся, с тобой что-то случилось. Но я, должно быть, спутал запах мертвецов и запах плесени. Но я, должно быть, спутал запах мертвецов с да. запахом плесени. Ты же не ворона, чтобы повторять, а. Чё, как ворона повторяешь, не знаю как. Точнее, дятел. Меня зовут Харлан. Я пилот. Ночевал тут в отеле. Я как раз пытался добраться до аэропорта, но добрался только сюда. Так что я застрял в этой хибаре. Еда у меня есть, вода у меня есть,
Но электричеством меня снабжает бензиновый генератор. И мне нужно больше бензина, иначе придется тухнуть в темноте. Возможно, ситуация с зомби еще устаканится, но пока этого не произошло, ты мне поможешь? Да, конечно. В чем же вопрос-то? Бесценная жидкость. Налейте на бензоколонки две канистры бензина и отнесите их Харлу. Сложность средняя. Я готов. Вниз по холму есть автозаправка. Принеси мне две канистры бензина, а я тебе заплачу. Да в чем? Кара, сам туда ехать надо будет. Так что, думаю, справимся. Две канистры бензина привезем этому бедолаге, пилоту бывшему. Ну что ж, видимо, уже не полетает, наверное. Хотя фиг, может, он выживет после такого кошмара. Фу, нам дальше пора ехать. Так, до бензоколонки как раз. И там эти канистры топлива наберем и еще кое-что сделаем. Да можно было поверху проехать-то. Здесь они... А, нет, печатался. Печатался, Марик. Машина просто зверь. Так, а прокачку я что-то забыл. Прокачать-то надо было. Ох ты, ёпт, меня что-то заносит так. Нехило. Ох ты, полицейские машины. Ничего не здесь делают, интересно. Но, видимо, полицейских самих машинах нет. Где-то бродит, наверное, в поисках пропитания. Ох ты, чего. Так, надо... Блин, не туда. Не туда заворачиваешь. Давай заворачивай, давай заворачивай, что ли. Молодец. Ох, давай. Ох ты, извини, дружище, я тебя не заметил. Прощай, прощай. А может... Так, моток на машину не действует, что ли? Интересно. Вот так вот и сделаем, разъехались. Так, а вот машина, но так-то... Где жамбак-то? Где лазит он? Сейчас все наберем, так. А теперь надо отключить электричество. Через него не пролезем, что ли? Туда, видимо. Так, и... Привет, Камила! Ага, из Нижнего Тагила, точно понятно. Буду здоров встретиться с таким вот громилой. Будь здоров. Блин, куда попёрся? А, вот тот, видимо, с просони был. А, вот этот уже. Извини, я тебя столкнул. Ну что, все поджарите, что ли? Блин, смешно, смотри, какая-то замбага. Нет, нет. Ой-ой-ой. Смешно вообще. Да хватит, ты смотри, перестань. Что ж с тобой такое? Так, отключаем все. А, удерживать надо, точно. Отлично. Прокачку, так, прокачку. Что у нас там? Следующий по очереди. Вот и это. Тоже три уровня. Так, оп, многовато опыта. Нам ничего наберем, думаю. Молоток злобный. Злобный молоток. Ну все, закончились самые его муки, видимо. Сжарился полностью. Охренеть, какой ток-то. Так, теперь надо что-то здесь делать. А вот и канистра первая. Так, она при этом с топливом. То есть не надо накачивать ее. Блин, где ты? Ох, извини, дружок, я тебе ногу сломал. И тебе башку сломаю. Но лучше не набрасывайся на опытного воина-зомби. Зомби-воина, точнее. Так, одну есть, осталось еще вторую набрать. Где-то она еще должна быть. Что-то туда указывает путь, почему-то не пойму. А, вот, здесь еще есть. Где же она? Что-то где-то там, что ли? Осталось только сок найти. А вот он. Тоже наполненный, Марика. Наполнять не надо будет. Не знаю, здесь, конечно, есть машина еще одна синяя, но думаю, брать и оставлять ВК. Ту, которая у нас сейчас есть. На ней довезем. Как-нибудь. Так, вон там, по-моему, еще отключить можно электричество. С той стороны, как я помню. Нам будет туда сейчас бегать, на всякий случай. Блин, где меня... А, это я же забыл... Блин, я забыл этот
сует без опилу, без напилу в одном месте, черт возьми. Вот не везет. Ну просто не сказали. Ох, разобрались что ли? Так, надо быстрее бы что-то здесь сделать. Да, ты чего вообще с ума сошла? Горящая зомбушка. Да, блин, кто еще? Сейчас они там будут бежать и бежать будут. Так что лучше не пора быстрее все делать. Разместить ящики. И отключить то электричество. Да блин, зато отбали меня уже все. Да где ты? Ой, задолбали у меня уже. Жуть вообще. Я свое оружие выкинул. О, смотри-ка, ящики ставим сюда. Блин, надо взять свой секач. Это мачете, что ли? Фу, наконец-то. О, там их просто бесконечное количество, наверное, из этого горящего туннеля идут эти враги-то. О, отлично, сейчас мы их поджарим. Фу, восстановить здоровье надо. Закусочкой. Так, по-моему, еще одна осталась. Рычаг один еще. Долг, я помню, должен быть. Поджарим-ка вас. Ох. А, отлично, спустились. Кто еще там бежит? Ну давай, иди сюда. Получай по ногам. Блин. Да что ж вы не угомонились никаким. Никоим образом, да. Да ну вас. Ой. Я так долго буду возиться с ними. Лучше дальше продолжать подмести квест. Так, не то у меня, не то оружие-то. Где мне хотя бы секач, не знаю, вот. Вот что будет. Че, новый громил, что появился? Если же погиб. А ведь хотя можно не отключать электричество-то. Как я помню, можно другим способом попасть. Так, сейчас попробую. Не давай вылезай машину, мне там зомбак бежит. Я даже задумаю задавить. А ведь можно на машине попасть, наверное. Если я застрелился, то это будет херово. Я застрял, что ли? Придется сам разобраться с ними. Блин, там наши все бегут. Да что ж с тобой такое? Что с машиной бегаем? Ага, фиг запрыгнешь-то. Электричество, электричество. Надо машину поставить. Нафиг я буду там электричество включать. Можно, конечно, было точно по-другому сделать. Развернуться надо и подъехать. Блин, да что ж такое? Не везение какое-то, а? Развернись, что ли, ты хотя бы. Да блин, машину ты развернешь или нет? Ну, наконец-то развернулась, нормально. Да, ну что ж такое невезение? О, давай, давай, давай. Блин, дай, да езжай ты. Что-то мне не получается развернуться нормально. Что же такое за... Ехать не могу, какой-то, не знаю. Сейчас мы под лестницу, не знаю. Да блин, давай листы! Да просто великолепно. Весь не может, а куда ты выбросил мое оружие?
Ты что делаешь-то? Не смей меня грызть, тварь! Ну, просто отличный, ёпарас, это ничего и произошло, не пойму. Ох, это просто рекорд. Какого? Я бы сказал, хрена. Я... И куда машина делась? Да блин, а это идиотизм какой-то. Куда я? Оружие, наверное, вообще испарилось. Ну, просто отлично. Лучше некуда. Оружие мое испарилось. Это какое-то издевательство. Зря я туда полез вообще. О, если там, конечно, ты машина не окажется, это будет вообще полный пипец. Оказать, как один фильм одноименно называется. Без полного. Ох, да, повезло просто. Почему я там оказался, не пойму вообще. Так, извини, дружок, но я тебя пробегу лучше мимо. Не догонишь. Да. Надеюсь, он на месте будет. Надо мне что-то другому сделать. Нет? Да, по-оригинальному решил сделать. Не знаю, получится мне так. Хотя можно было каким-то образом допрыгнуть. Блин, почему я на машину прыгаю? И электричеством все равно шиндарахает. А в машине нахожусь? Нет, не шиндарахает. Странно вообще. Где один какой-то? Так, где меня эта машина? Если она не будет на том месте, то я вообще не пойму, что мне делать. Что делать? Блин, а куда она делась? Что теперь мне делать? Идиотизм еще какой-то. Ну, просто отлично. Видимо, придется все заново делать. Ну, просто великолепно. Мне это очень сильно нравится. Да. Придется все делать быстро и четко. А, блин, листы хотя бы. Да. Слабак какой-то. Так, давай-ка лезь. Сейчас я буду все быстро сделать. Если, конечно, надо будет это сделать. Вот только что попал, да. Так, здесь ты тяжеловес. Блин. Наверное, тяжеловеса просто уйма. У тебя будет херово, если сейчас погибну. Блин, не сейчас забью до смерти. А, блин. Ну, вообще. А что с маслом получится? Сейчас браться придется этими тяжелыми строками. Да просто отлично, забили до смерти, я офигеть. Все, блин, пошло в насмарку. Ну чё, иди сюда, Катина. Да.
Так, надо другое оружие брать. Да, поищи шарик по разделе. Да. Блин, мисс до смерти забил. Так, да, херово дело. Блин, тяжеловисто. Ну какого хрена ты меня бьешь, что ёб... Да, так, надо бы... Нет, чёрт, куда пошел ты обратно? Ты что, идиот, что ли? Иди сюда. Иди сюда вообще. Значит, сейчас я забью ты штуковиной. До смерти. Иди сюда. Давай, иди сюда. Нет, у меня молотов был, по-моему. Надо молотов достать. А, шиш молотов у меня был, у меня кончился весь молотов. Да, просто великолепно. Просто отлично. Да. С меня как уж это все, будет крышка. А еще один удар и я готов. Да что ж тобой делал-то? Тебя не покушали, ни конфирина. Да пройти туда, дай пройти туда. Ага, шо с маслом. Вот так, да! Ну не, Борис, готов все-таки. Фу, ну слава богу. О, лопату, то что надо. Так, мое оружие дай. Так, перед лопату, где мне лопата? Ну-ка дайте мне лопату лучше. Это лучше, чем какой-то, не знаю. Блин, остался один громила из Нижнего Тагила. Готов, что ли? Как там его... Отлично, не знаю. Сейчас добьют меня до смерти. Блин, а. Да откуда ты взялся, ёпрста? Второй-то откуда взялся, не пойму. Блин, просто отлично. Мне надо что-то делать. Отлично. Так, друзья. Все, разобрался с этими боями. Фу. Чуть переделать, конечно. Не все заново все надо. Какие-то сока. Блин, тяжелый вес еще один, да. Вы издеваетесь, я так мучаюсь с ними. Так, иди сюда лучше. Поближе, поближе. Все, готов, что ли? Человеса одни остались, рожки до ножки. Или он шлепнулся куда-то. А, видимо, упал. Да, просто жесть какая-то. Так, еще один персональный один и ходим. Так, набираем к жизни.
Так, что надо делать? Как мне выбить? Во, отлично. Так. Может, здесь два пакета сока будет? А, точно. Ой, проблемы будут большие. Кулаками, что ли, драться? Ох ты, блин, а! Какой хрен, блин? Явно кулаками. Блин, животишь, ёпки за муки животи. Блин, меня... Что же бесит? Блин, понеслись ты... Откуда берётесь-то, ёп, просто? Да, кулаками лучше драться, точно. Кулаки лучше будет любого оружия. Блин, ты же... Ты чё не подохнешь-то? Блин, надо машинку где-то искать. Чё, пешком пер... Вот, блин, бе... А, пешком. О, так, надо теперь, видимо, заново все сделать. Все быстро сделаем и все. Два пакета сока и две горючего. Все, задание наше выполнено. Так-то. Так, ты застрял, бедный. Блин. Да, блин, откуда берётесь, не понимаю. Да иди, иди, давай быстрее, лучше. Хорошо, за мной. Да. Да, блин, ты меня задолбали. Только кулаками мочить их. Так, вторая там же находится ведь. Надо быстро мимо него пройти. Пока он там уперся бедно в стену, люканул. Ну все, валим отсюда чем собачьим. Ой. Так, ну бедную первую стену, слава богу. Все, разобрались с проблемами. Ой, наконец-то. Все, что не делается, все к лучшему. Все, валим отсюда. Все, 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 валим, валим, валим. Быстро разбираемся с этим заданием и все. Дальше управляемся, что там сделать. Ой. Наконец-то. Расслабиться можно. Блин, я ни хрена не вижу. А мы уже приехали. Почти. Так, держи-ка. Горючего, дружочек. Бывший пилот. Я бы и сам сходил. Но мне за опасные условия работы не доплачивают. А, как будто нам доплачивают, интересно. Черт, ты наверняка на... Отлично. Этого мне на некоторое время хватит. Вот, возьми немного денег. Мне они здесь все равно без надобности. Ну, спасибо хотя бы за это. Так, что такое? Один из лучших способов уничтожать этих больных уродов — это поджигать сукиных сынов. Тогда они превращаются в хрустящих милашек и им абзац. Я могу сделать тебе несколько коктейлей Молотова из принесенного тобой бензина. Сможешь сжигать по несколько тварей за раз. Мне только нужны пустые бутылки. А если в них будут
дубль. А если в них будет виски, тем лучше. Да ладно, возьмем. Сделаем это, брат. Принеси несколько бутылок виски или этилового спирта, или чего-то еще в этом роде, и будет тебе счастье. Снова тоже будет вставать там коктейли Молотова, да? Давайте, принеси мне несколько бутылок. Все, да. Три бутылки мы дадим. Может, она потом создастся, хоть что-то. Коктейли Молотова у нас кончились. Это плохо. Оружие-то хорошее. Без него я бы не лучше справился на этой миссии. Жалко. Ну все, поехали вовсе. Обратно. Шка развернуться надо потихонечку здесь. А то в обрыв свалимся и все, крындец вертит. Так, это у нас, видимо, путь какой-то к этому отелю. Нам не туда. По-моему. Если, конечно, я правильно еду. Надеюсь. По-моему, сюда. О, блин, а! Вот только еще перевернуться не хватило. Не хватало еще. Что-то я, кажется, не туда еду. Надо бы пометить задание. Смерть в стекле. Вот это вообще-то. Погоди, в этом месте мы как раз побываем, по-моему. Автомастерская, как раз вот там. Точно, скоро все туда поедем, прямо я помню. После этого квеста. Чего написано? Бано и Голливуд? Понятно. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну что-то они тупые их, что ли? Ну что, не туда поехал, что ли? А, точно. Да что ж вы делаете, блин? Чего лезете? Ах! Я становлюсь в этом деле мастером. Да, просто великолепно. Испытание завершено, пробка. Да, блин, черт возьми, собаки на пути-то стоят, не понимаю. Лезут под колеса. Я чувствую, из-за них не света. Не, блин, а юкнулся. Вот уже я юкнулся точно. Полина застряла. Полина, спасибо. Ах, меня ключи начинают. Отлично просто. Развернемся прямо в стиле камикадзе. Разворот в стиле камикадзе. Запомнить надо. Да. Ох ты, блин, чуть не въехал с ворота. Давай, давай. Заезжаем. Ох, отлично справились, более-менее. Так, что там с прокачкой? Одна модернизация доступна. Вот это правда прокачиваем. Отлично, вот. Это хорошо. Блин, оружие все потерял. Надо будет, не знаю, новую создавать. Так, куда нам ставить этот сок, интересно? А, вижу. Надо будет какое-то новое оружие, если нам дадут возможность создать. А, отлично. А, все, квест, слава глупому. Выполнен. Фу, да, было напряженно, конечно. Достаточно. Один раз померли все-таки. Впервые, наверное, за прохождение. Так, я не туда иду, кажется. Так, новое... Ох ты, новое оружие заберу. Так, здесь вообще непонятно, что есть. Так, если я это сюда попробую. Бейсбольная бита у меня есть. Гвозди. Да нет, вообще-то лучше другое. Вот это, потрошитель. Все-таки будет поубойнее, чем
Во. О, вот это то, что надо. Оружие просто жесть. Не зря дали ему такое название. Так, эти я, наверное, больше не дам. Так вы хотите сжечь этих ублюдков? Вы хотите сжечь этих ублюдков? Новые пока нет. Спасибо, брат. Я уже начал отчаиваться. Это как раз то, что надо. Ну да, глава вторая завершена. Ух ты. Начинается новое какое-то задание будет. Рожденный дикарем. Я перепробовал все частоты. Без толку. Тишина. Парень, который сказал, что поможет нам, пропал. Доминик говорит, что попробует усилить сигнал, но это может затянуться. А все, что вы приносите, расходится в момент. У нас уже почти ничего не осталось. Мне даже и думать об этом не хотелось. Но выбора нет. Я хочу, чтобы вы поискали припасы в городе. Сможете сделать это для нас? Ну, конечно же, не вопрос. Рожденный дикарем, заберите грузовик с парковки отеля. Оу, очень сложно. Я готов. Тоннель, ведущий в город, перекрыт. И повсюду рыщут эти твари. Но у меня есть план. Мы можем попытаться прорваться на пикапе. Я видел как-то раз, как с его помощью вытаскивали громадный грузовик со сломанной осью из канавы. Если что и может пробиться через тоннель. Так это пикап. Так что давайте идите в гараж и подгоните его сюда. А мы тогда уже позаботимся обо всем остальном. Так, ну ладно, этим квестом мы, думаю, займемся в следующий раз, в следующей серии. А на этом пока заканчиваю свое прохождение игры Dead Island. С вами был DarkSpace 306, Михаил. Всем удачи, до скорой встречи, пока.